Весь православный мир отмечает главный религиозный праздник – Пасху. Накануне 16 апреля прошли службы во всех храмах Видновского благочиния. По окончании богослужения протоиерей Михаил Егоров благочинной церкви Видновского округа поздравил всех с торжественным и спасительным днем Светлого Христова Воскресения. Дорогие братья и сестры, жители Видновской земли, вновь и вновь зовет нас Церковь Христова для того, чтобы все вместе прославить воскресшего Христа Спасителя, встретить праздник Пасхи Христовой. Воскресение Христа Спасителя – это дарованная нам победа. Святитель Иоанн Златоуст много столетий назад, осмысливая праздник Пасхи, осмысливая праздник Воскресения Христова, написал такие слова: «Пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее царство. Пусть никто не оплакивает грехов, ибо воссияло прощение из гроба. Пусть никто не боится смерти, ибо освободила нас Спасова смерть. Воскрес Христос, и жизнь пребывает. Воскрес Христос, и мертвый не един во гробе». Празднуя воскресение Христова, вспоминая воскресение нашего Спасителя, мы радуемся дарованной от Господа благодати избавления, дарованной от Господа надежде на то, что каждый верующий во Христа Спасителя не будет иметь смерти вечной, но будет иметь жизнь вечную, если будет жить с Богом, для Бога и в Боге. Я поздравляю всех вас с праздником. Всем вам желаю, чтобы каждый из нас помнил и вспоминал о Боге и о Христе Спасителе не только в эти святые праздничные дни, но и каждый день своей жизни. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!